Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5։ Ողջույն արգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոյի աղավարից երկրորդ խոսափողի մոտ ձեզ ողջունում է Գարեգին Խումարյան, իսկ առաջին խոսափողի մոտ Աբու Դաբիում Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Դերլուգյանն է, здравствуйте. Георгий Матвеевич, вы там с корабля на бал, при галстуке, при параде, по поводу небархатной ли революции? Конечно. Все бросил и улетел сразу. Слава богу, были билеты, впечатление уже в самолете, полный рейс армян. Вы прилетели несколько часов тому назад? Да. В час ночи. Вообще, в таких случаях спрашивают, как ощущения, но я с другого хочу начать. Вот за всю свою долгую карьеру исторического социолога, сколько бархатных революций вы изучили как социальный феномен? Спасибо за такой вопрос. Несколько десятков. Наверное, порядка... Дайте перечислим. Где был, ну, не только бархатные. Начинал-то я с автоматом в руке в Африке. Вот, то есть, я видел, как происходили революции. Ну, значит так, давайте расскажу. Я социолог, несколько особенный. Значит, как среди, скажем, геологов есть вулканологи, которые изучают вот взрывы вулканов там, или сейсмологи. Вот я занимаюсь примерно чем-то таким же. Потому что начинал больше 30 лет назад, это было вне плана. Я вообще-то собирался заниматься португальской торговлей золотом в Африке в 16 веке. Вот. Но когда ты попадаешь на реку Замбези и в тебя стреляют с разных сторон, причем явно пытаются убить, становится интересно, значит, кто и что, что это происходит. Вот здесь. Значит, я видел несколько революций сначала. В так называемых развивающихся странах, в третьем мире, вот, в основном в португальских колониях, Мозамбик, Ангола, Гвинея-Бисау. А потом мы возвращались, мы это выпускники Института стран Азии и Африки в Москве, мы возвращались с практики, где мы были переводчиками в разных странах, типа Камбоджи, Афганистана, Ирака, Эфиопии, и обменивались мнениями, что происходило там, и вдруг что-то такое же происходит в Карабахе. 8. Это 88-й год был, да? 89-й. Я насчитал 8. Перечислил. 8, ну, я могу... Это 9-е. Да, ну, еще Таджикистан, Ферганская долина, Чечня, Абхазия, еще, конечно, арабские сейчас революции, вот, Эфиопия, много чего. Значит, но есть еще классика, которую мы не видели, потому что мы не родились еще. Во времена французской революции, скажем, во времена большевиков и Сталина. Вот, но мы это можем изучать, и мы это изучаем по архивам. И мы это изучаем, сопоставляя огромное количество разных данных, пытаемся собрать такой пазл гигантский исторический. И прослеживаются некоторые закономерности. Одна из них, вот, одна из главных, революции непредсказуема. Вот одна из самых, ну, самая гигантская революция на сегодняшний день, кстати, по пропорции населения в ней участвующих, это порядка 1,5 миллионов человек, это Иран, начало 79-го, конец 78-го, 79-й год. То, что Шах покинет страну, не приходило в голову никому, страна не проиграла никакой войны. Страна росла на нефтяных доходах, представляете, какие нефтяные цены были в 70-е годы. А в стране весьма динамично развивался средний класс, и вдруг все взорвалось. Вот. Мы знаем из опыта революции, что самое главное, они действительно непредсказуемы. А дальше есть довольно серьезные закономерности, которые прослеживаются. В том числе прослеживаются сейчас в Армении. Насколько произошедшее у нас вчера подпадает под определение революции? Вот если ляпнуть такое на экзамене, скажем, у вас в Нью-Йоркском университете, срежут или нет? Проверят на знание определений и как вы сможете с ними работать. Значит, во-первых, определение – это не белое и черное, это такая гамма по интенсивности.
Но главное определение – это попытка изменения существующего строя с участием масс. Вот, она, безусловно, имела место в Армении. Это революция. Это революция, и до сих пор, эта революция очень молодая, ей несколько дней, до сих пор исключительно удачная. Удачная в том смысле, всех надо поздравить просто, нет жертв. Пронесло. Потому что, честно говоря, в революциях ну, все начинается кроваво и довольно кроваво продолжается. Это как извержение вулкана, еще раз хочу вам сказать. Знаете, это очень красиво. Это во все стороны искры летят, бомбы какие-то летят, грохот. Это меняет ландшафт. Новые горы возникают. Заливает лавой какие-то поля. Сжигает все на своем пути. И когда-то может возникнуть новый урожай какой-то, очень интересный, потому что вулканический пепел может очень удобрить почву. Вот. Но это, конечно, катастрофические явления. И то, что происходит сейчас катастрофически, в чисто научном смысле, вот, то, что резко что-то обрушивается. Я не говорю, что это плохо обязательно. Это сейчас появилась возможность, и в Армении сейчас такие возможности есть. То, что произошло, это ну, пока невероятное везение, которое, конечно, было обусловлено структурой армянской нации. Давно было понятно, что армяне, во-первых, первыми в Советском Союзе поднимались на массовую борьбу. Армения ведь была исключением всегда в советские времена. Здесь не было... И то, что это была не борьба против России и против Москвы, как раз-таки очень помогало. Это, представьте себе, ну, то, что существует монумент памяти жертв геноцида. Да, он существовал с советских времен. Это же невероятно. То, что могли быть бюсты генерала Андроника в советские времена. Потому что, ну, что можно было сказать? Он национальный герой, при этом он не белогвардеец, но явно не большевик. Вот как... Вот было к этому относиться. Проходили шествия, была какая-то особая скидка, значит, на то, что происходит в Армении. И надо понимать также то, что Армения маленькая, но крайне интенсивная страна. В Ереване в 1960-е и 70-е годы одновременно с местным партийным руководством существовали ну, просто такие фигуры, как Тигран Петросян, как Мартирос Сарьян, как Хамазас Бамбарцумян. Понимаете, просто сюда приезжали со всего мира в Бюроканскую обсерваторию обсуждать проблему контактов с неземными цивилизациями. Слово «динамичное» очень хорошее. Вот более свежий пример приведу. Вот да. Один из руководителей большой телекоммуникационной компании, глобальный, ну, представитель этой глобальной компании, здесь он вот то же самое говорил. Говорит, у вас маленький, но ужасно динамичный рынок. Мы новшества обкатываем в Армении. Мы тестируем здесь какие-то новые подходы в маркетинге, потому что ваш рынок реагирует очень быстро. А потом уже по результатам начинаем экстраполировать вот эту стратегию в других странах. Вот это очень интересно подмечено. У меня сердце замирает, потому что я надеюсь как раз, что он прав. Вот, потому что что сейчас предстоит, давайте я вам быстро дам прогноз. Да? Все говорят, что прогнозировать ничего нельзя. Вот как раз когда произошло свержение власти, а сейчас оно ну, практически произошло, прогнозировать как раз-таки становится очень возможным. Потому что после первого акта будет второй. Будет третий. В первый день революции всегда все обнимаются, слезы на глазах. Кстати, здесь это люди должны помнить еще по 89-му, где, не знаю, 91-му году. Мы это очень хорошо знаем по первым дням по французской революции. Клятва в зале для игры в мяч. Вот когда не разойдемся, когда депутаты объявляют себя национальным конвентом Франции, там, собранием, не разойдемся, пока не примем все новые демократические законы. Это февральская революция 1917 года, свобода, отмена цензуры в Российской империи. А примерно через две недели встает вопрос о власти. И начинаются размежевания группировок. Сейчас у нас есть народ-герой, действительно. Вот, вышли и проявили, как армяне очень умеют. Армянам очень хорошо удается массовая мобилизация.
очень красиво удается, технично, наработано. Вот это, ну, я написал целую книгу о том, как это нарабатывалось, начиная с 1960-х годов. В общем, уже есть 2-3 поколения. Смешную вещь расскажу. Давайте. Азербайджанцы войска подтянули позавчера. Ну, и тут тоже пошли там дестабилизация, противник пытается использовать нестабильность и так далее. Но тут сразу появились другие объяснения. Они просто боятся, говорят, какой-нибудь полковник там на границе присоединится к движению протестам, сделает свой шаг. А протестное движение проходило под, под слоганом «Сделай шаг, отвергни Сержа». И начнет отвергать Сержа в сторону реки Кура, например. И у них там тоже такая небольшая паника была, поэтому они стали укрепляться там. Во избежание возможных провокаций на линии фронта, которых они тоже могли бояться, ведь есть такая плохая традиция внутриполитические кризисы, и у нас и там нивелировать какими-то провокациями на линии соприкосновения. Да, конечно. Это насчет мобилизации. Вот это... могли мобилизоваться и чего-то там... Это не просто. Это еще одна закономерность революции. Потому что потом революция начинает... особенно если революцию пытаются подавить извне, очень часто отпором рождается совершенно новая армия. Это знаменитая французская, ну, откуда Марсельеза? Это французская «Levée en masse», вот эта битва при Ваграме, 1792-93 год, это великие победы французской революции, откуда гимн Французской республики по сей день «Формируйте батальоны», то есть добровольческие батальоны. Это американская революция. Мы часто забываем, что первая успешная революция современности – это независимость Соединенных Штатов. Это создание ополчений. Кстати, единственная, по-моему, конституция в мире, которая дает право населению на формирование партизанских отрядов – это конституция Соединенных Штатов. Там даже, по-моему, не столько право, сколько обязывает население в определенных случаях делать именно это. Это я по-английски могу процитировать. Да, пожалуйста. May bear arms and form militias. То есть могут носить оружие и формировать ополчение. Это язык 18 века, который не очень сегодня понимается. Еще слово «партизаны» еще не появилось. Оно появится только во время наполеоновской оккупации Испании через где-то 30 лет. Но посмотрите, значит, попытка интервенции против большевистской России, к чему привела. Интервенция в Кубу. На Кубе, значит, залив свиней или Плая Херон, знаменитая там интервенция, ангольская революция. То есть, есть очень большая история таких интервенций, и есть очень большая история самих революционеров, которые пытаются оседлать конфликт. Что, скажем, почему существует Исламская республика Иран по сей день? Вот у нее удивительная политическая... конституция. У нее совершенно невероятная какая-то идеология, да? Вот, какая-то в растопырку экономическая политика. А 40 лет она уже существует. Никто ее не любит. Ее очень сильно пытались уничтожить. Именно поэтому она и существует. Потому что Саддама Хусейна, иракского диктатора, подталкивали с самого начала. Ну давай, воспользуйся. Оттяпай у Ирана их провинцию с нефтью, тот Хузистан. Результатом была, ну, фактически Великая Отечественная война персидского народа, в которой была сформирована современная Исламская республика Иран. Со своим пантеоном героев, шахидов и всего прочего. И женщин-медсестер. Обратите внимание, важнейшее достижение Исламской республики в Иране – это то, что они сумели медицинское обслуживание распространить на всю страну. А это очень, во многом это боевые медсестры. Вот опять же, фельдшерицы всевозможные, конечно. Возвращаясь к нам на вот 44-ю параллель, что можно сказать уже сейчас со всей определенностью? Что Николу Пашиняну должно быть очень тяжело. Он в гигантском соблазне. Возникает культ личности сейчас. Это очень соблазнительно. Вы серьезно говорите? Вы это видите, вы это наблюдаете как специалист. Слушайте, это то, что должно теперь происходить в каждой революции. Вот когда революция произошла, дальше есть определенные фазы ее развития, которые логически обусловлены. Да? Потому что возник вакуум, с одной стороны, вакуум власти, да? Вакуум легитимности. С другой стороны, возникло огромное количество взглядов людей, которые доправлены. Что он и деревенский парень, он видел, что в Грузии произошло. Я думаю, он просто по этому пути не даст сделать из себя то, что сделали Исаакашвили в свое время. Потому что соблазн гигантский.
соблазн поверить в себя. Значит, сегодня у него огромное количество должно быть друзей, советчиков, людей, которые готовы ухватиться где-то за мантию Супермена, там вперед, тащи, тащи нас всех дальше. А сейчас стоит очень важная задача перед всем армянским обществом и перед диаспорой. Это срочная стабилизация и легитимация политической системы. Это возможно. Она сейчас нестабильна, по-вашему, Георгий Матвеевич? Или у нас как? А кто у нас сейчас правит? Товарищ из «Газпрома». Дай бог, вроде бы компетентный товарищ, но какой у него мандат направления? То, что предыдущий товарищ ушел? Мандат временно исполняющего. Помните, как было у Маяковского знаменитое пойми? Кто тут временные? Слазь. Вот было бы очень замечательно, если бы временно исполняющий обязанности Карапетян, который вроде бы с ними справляется, значит, смог легитимировать эту позицию, но она может быть легитимирована политическим процессом. Вот тут теперь, по всей видимости, я недостаточно глубоко пока еще в контексте, насколько возможны и насколько неотвратимы выборы. А революции часто проходят через целые серии выборов, потому что они еще не все решают. Знаете, они все когда-то, как опять же было во Французской революции, сначала были лояльные монархисты, они просто просили царя, короля Франции, немножко изменить конституцию, потом его свергают, там были жирондисты, потом были якобинцы, и все более радикализуется революция, пока она не прекращается в какой-то момент. Да? Какая самая длинная, на ваш взгляд, вот тот максимум революционности, на который мы можем, ну, который нам может выпасть, например, сколько может длиться, как вы думаете? Она уже длится, сколько у нас времени. Значит, французская революция, об этом долго спорили, значит, сколько она длилась? Она длилась почти столетие. Она длилась с перерывами, значит, с 1789 года. Это очень, кстати, похоже на горбачевские реформы. Вот, там был вполне себе милый король, вот, были проблемы с бюджетом, был вполне приличный последний премьер-министр королевской Франции Некер. Ну вот были собраны какие-то генеральные штаты, и вот дальше можно читать целую, и необходимо, кстати, читать целую серию лекций о том, как происходила эта революция, потому что надо учиться. Сейчас срочно вообще все надо хватать учебники и смотреть, как это бывает, для того, чтобы подготовить себя. Слушайте, это как футбол. Как вы можете предсказать футбол? Но вы можете предсказать, зная, как играли раньше различные команды. Так вот, во Франции это продолжалось через Наполеона, поражение при Ватерлоо, но затем была еще одна революция 1830 года. Вот сейчас произошло что-то типа 30-го года. 1848 год, наконец, Парижская коммуна. И только потом, после Парижской коммуны, и еще, наверное, еще очень долго не устаканилось. В Соединенных Штатах Америки, посмотрите, это была война за независимость. Она не решила вопрос рабовладения на юге. Это обернулось гигантской для Америки гражданской войной, когда в стране с населением чуть больше 20 миллионов 600 тысяч убитых с двух сторон. И это самая большая, по пропорционально населению страны, по потерям, это самая большая война в истории Соединенных Штатов. Вообще, я абсолютно... Я почему спросил, вот у вас это в книге... Это будет долго. В книге написано, вы здесь несколько раз об этом говорили, что вот... Когда вы пытались охарактеризовать период, в котором мы живем, вы говорили, что вот это период, в котором Советский Союз окончательно перестает существовать. Это вот, развал Советского Союза подходит к концу. Теперь, как вам кажется, вот то, что произошло у нас вчера, это первое постсоветское, на самом деле, событие или последнее советское? Это очень важно, мне кажется. Не первое, потому что все-таки вы уже упомянули, были и грузинские события. Да, я про Армению. Да, про Армению. Значит, в Армении произошла реставрация при Кочаряне и Саргсяне. Такая, скажем, провинциально-комсомольская реставрация, то есть часть советского аппарата, ну, то, из чего можно было сколотить какое-то государство, вот у вас рухнуло здание, от него остались доски. Вот из этих досок как-то постсоветских что-то удалось сколотить. И вот это сколоченное тогда удалось, в общем-то, повалить не себе на голову.
В этом большая заслуга. Я не думаю, что когда-либо в Армении поставят памятник Сержу Саргсяну. Да. Вот. Но, конечно, не Янукович, прямо скажем. Удалось повалить более-менее мирно, хотя большие клубы пыли. Теперь стоит вопрос о том, что можно построить дальше. То есть революция – это примерно как вы завинчиваете гайку. Да? Может сорваться и пойти еще наоборот, а может зафиксироваться. А может зафиксироваться. Поэтому есть надежда, что зафиксируется. Что делать дальше, совершенно понятно. Теоретически совершенно понятно. Экономический рост. То есть сейчас страна должна заняться ремонтом массовым. То есть надо понимать, что это и оборонная, и демографическая, и социальная сверхзадача. Главное – это сейчас добиться экономического роста вот, в Армении. Это возможно. Как происходят революции и что может быть в Армении? В Армении все может быть еще очень даже здорово. Я на это очень надеюсь. Я вот уговариваю нескольких армянских предпринимателей начать разводить здесь альпаку и ламу, потому что это замечательное совершенно животное из Перу. В общем, такой маленький верблюд, очень пушистый. Что он дает? Хорошее настроение. Хорошее настроение. Детям, туристам будет с ним хорошо, по горам ходить. Кстати, очень чистое животное. Да, я видел, практически не пахнут. Да. Вот, весь свой помет собирает в одну кучку, потом это вот замечательное удобрение у вас получается. В общем, массу всего такого можно придумать. Но сейчас самое главное – это избежать бардака. Потому что вы видели, что, посмотрите, сколько раз срывалась революция в Украине. Вы видели, я могу приводить много, просто чтобы не обижать уже никого, сколько разных примеров. Это трагедия. Вот, в общем, то, что это с украинским-то потенциалом, с тем, что в этой стране было, в общем, все. Самолеты строили, ракеты строили. Ракеты строили. Спутники на орбиту выводили, своя космическая программа была. То есть, когда-то, два года назад я написал статью, почему Украина не Китай, с таким идиотским названием. Потому что сейчас говорят, что у нас экономика знаний. Где этих знаний в 89-м году было больше? В Днепропетровске или в Шанхае? О чем мы говорим? Значит, у Армении есть этот потенциал. Вот. Сейчас я оставляю уже политологам решать, кто и как, какие имеют шансы в этой борьбе. Но сейчас необходимо совершенно воспользоваться конституционной реформой. В принципе, та реформа, которую провела республиканская партия Серж Саргсян, она ведь была правильной. С парламентской республикой. Это довольно хорошо известно от политологов, что парламентская республика более демократична, потому что ее трудно монополизировать. В Армении монополизировали, или почти. Ну, не получилось. Так пусть она теперь и будет. Что такое парламент? Это же очень неудобная ситуация, когда оппозиция все время, каждую неделю регулярно встает и задает вопросы, потому что должен быть час вопросов к премьер-министру. А почему вот это? А почему кто-то рубит деревья вот там? А почему вот здесь особняк такой построили? Вот кто это построил? Должны быть журналисты, которые все это... Огромная роль журналистики. Ее надо поддерживать вплоть до государственной поддержки. Это совершенно необходимо, потому что люди должны читать, должны обсуждать и должны понимать, что происходит. Я надеюсь, что армяне только что поняли, что их голоса стоят, голоса на выборах, гораздо больше, чем 10 или 40 или 200 тысяч драмов. Они бесценные. Следите, как вы голосуете и за кого вы голосуете. И потом следите, как ведут себя в парламенте тех, за кого вы проголосовали. Требуется правительство, которое сможет поставить задачу экономического прорыва. А вот об этом давайте поговорим уже в следующий раз, какой может быть прорыв. Спасибо огромное. Аргели Радиолес Огнер, Радио Дитогнер, Дук Плесецик, Тармугев, Ваурташар, Радвакан Радио Етерю, Мерюнер, Абу-Даби, Нью-Йорке, Амарсаляни, профессор Георгий Дерлугяне. Спасибо еще раз. Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո, FM 106.5